талант великих душ есть узнавать великое в других людях. Николай Карамзин. В основе светописи лежит объективность, но когда фотоаппарат берет в руки человек, он привносит в фотографию субъективное. И тут начинается то искусство, о котором мы говорим. Главное, какой человек стоит за произведением, каким силам служит, добра или зла. Наш мир имеет два полюса. Каждый мыслящий человек понимает это и сам выбирает, чему служить. Бывают странные состояния, когда он стоит на перепутье, и обе стороны оказывают на него влияние. Человек сам, как поле битвы. Такова жизненная позиция Павла Кривцова, одного из самых талантливых российских фотохудожников. Главная задача – это в человеке открыть самые лучшие его черты, самые лучшие его качества, как бы даже в какой-то степени показать ему самому, да какой он хороший, какой он красивый и какой он мощный, чтобы он даже взглянул на мою фотографию, может быть, ну, почувствовал, что он действительно лучше, чем он представляет, может быть, даже. Ну, то есть как-то вот все-таки настрой на лучшее в человеке. Он родился в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны на Белгородчине. Там же прошло его детство. С первыми годами жизни у Павла Павловича связано множество поистине удивительных воспоминаний. А то, что происходило тогда, оказало влияние и на его жизнь, и на творческий выбор. Возвращаясь со стадом домой, вдруг я обнаружил, что наша корова похожа на наш дом. И одновременно на и мать похожа. Вот это вот сходство дома нашего, хаты нашей, да, матери и коровы, это для меня было такое ошеломляющее открытие. Мне нравилось наблюдать, всматриваться в лица людей, той же матери, там, да, соседки. Кривцов окончил школу в областном центре, начал заниматься фотографией, которая и привела его в газету. Он стал фотокорреспондентом белгородской молодежки «Ленинская смена». В начале 80-х Павла пригласили в Советскую Россию. Именно тогда имя Кривцова стало хорошо известно всем, кто внимательно следил за достижениями отечественной фотожурналистики. На страницах Советской России Кривцов заявил о себе как о мастере психологического портрета, о фотографе с необыкновенно тонким и проницательным взглядом. Он оказался тем фотожурналистом, кто умеет найти необычного героя. Человека труда, но не просто передовика или стахановца, чьими изображениями в те годы были заполнены все полосы периодики, а именно героя. Человека со своим внутренним миром, человека особенного, не похожего на других. Но если я фотографирую интересного человека, да, и настолько я проникаю в его образ, в его содержание внутреннее такое, да, и вижу его особенность, да, в этом человеке, и все это у меня получается на фотографии до такой степени, что он сам становится образом. Понимаете, как бы, что эта моя фотография, она и для него делает открытие. То есть происходит такое взаимное открытие героя. И фотограф открывает, и человек. Мы же до конца часто себя, в общем-то, не знаем, по большому счету, да? Павел Кривцов родился недалеко от знаменитого Прохоровского поля, на котором произошло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Фотограф считает, что на создание галереи знаменитых земляков-фронтовиков ему было дано особое благословение. У меня был такой случай, уже здесь я переехал в Москву, нужно было снимать участников военного парада, ветеранов. В канун съемки, значит, мне снится сон, я подхожу к ветерану, он стоит такой колонны в этом самом плаще,
Я подхожу к нему, говорю, а что там у вас? Вот. Он говорит, да вот мне, так разворачивает полы этого самого плаща, а там у него вся грудь в орденах. Ну, я, значит, проснулся, думаю, к чему бы это все такое, в общем-то, такой сюжет мне. Приезжаю утром на место встречи, значит, там, где они репетировали, в общем-то, парад этот, да? Подхожу к последнему, точно как во сне. Он стоит у колонны, плащ сверху у него. Говорю, а что у вас там? Он меня так раз распахивает, а там награды военные. Ту пору, когда в прессе поднялась мутная волна чернухи, буквально захлестнувшая газетные и журнальные полосы, Павел Кривцов, работавший уже тогда в «Огоньке», сумел сохранить свое лицо журналиста, находившего в трудные для страны годы положительного героя, человека неординарного, любящего свою страну и болеющего душой за свой народ. К большому сожалению для мастера, лакировка действительности стала визитной карточкой современной периодической печати. Человек беззащитен перед всепоглощающим шквалом массовой культуры. По этой причине современный газетный киоск кажется Павлу Кривцову страшнее немецкого дзота. Киоск этот дзот современный, прикрыть я его не могу, потому что он постоянно воздействует, он как бы... Там такие, в общем-то, обложки в журналах, такие лица, в общем-то, такие ситуации там, скажем, просто даже бездравственные. То есть киоск, дзот современный, он поражает душу, особенно детскую. А дзот мог убить только тело. Искусство ведь это мир прямого воздействия на душу человека. Альбом, над которым Кривцов работал почти 40 лет, и названный автором может быть несколько высокопарно «Русский человек век 20-й», тем не менее действительно показывает нам русских людей самого разного социального состояния. От губернаторов, патриарха и прославленных военачальников до простых тружеников. Тут нет сегодняшних героев глянцевых обложек всех мастей, назойливо мельтешащих перед объективами фото и телекамер, звезд эстрады, олигархов или скандально известных политиков. Тут те, про кого смело можно сказать. Вот она, соль земли русской. Тоже тут недавно снял очень одного ветерана, слепого, сапера. Вот. И я когда с ним познакомился, у меня немножко такое обескураживающее состояние какое-то, что вот он не видит, да? Я его сфотографировал там. А потом, когда стали пить чай, разговорились, ушло ощущение, что он слепой. А у него такой еще плюс, мало того, что он слепой, он еще, у него и лицо изуродовано, потому что в руках у него фугас взорвался, он там разминировал, да? И вдруг я вижу перед собой такого прекрасного человека, в общем-то, красивого. И, конечно, эта красота идет изнутри. Как передать на фотографии профессию человека? Можно пойти путем введения в кадр характерные детали, имеющие отношение к профессии. Но это лишь поверхностный прием. А Кривцов мыслит глобальными масштабами. Так, год за годом он всматривался в человека и постепенно пришел к познанию той духовности, которая называется верой. Вера в Бога. Как передать молитву? Одно дело – видеть, наблюдать, и совсем другое – попытаться с помощью фотографии запечатлеть внутреннее состояние. Вера – область скрытая, глубинная, интимная, очень личностная, поэтому здесь нужно быть предельно деликатным. Приходится знакомиться с людьми, с обстановкой, с их образом жизни. Искусство надо творить с чистой душой.
ну, с помыслами, по крайней мере. А как вот есть как бы традиция древняя, иконописцы, прежде чем писать икону, да, они там, скажем, постились, читали молитвы на каждый день перед началом работы и писали икону, находясь в молитвенном состоянии. Принцип мастера заключается в том, чтобы человек, которого он снимает, помогал выполнить его задачу. Фотограф вовлекает его в свой творческий процесс. Получается, все герои Кривцова – соавторы. Павел говорит, что не он один делает фотографию. Нельзя заставить человека принять какое-то внутреннее состояние. Нельзя сказать «стань грустным». Выражение глаз разве можно поставить? Здесь обязательно нужен духовный контакт. Без него ничего не получится, считает мастер. Вообще, человек для меня, в общем-то, я бы сказал, любой. Это просто, это самое главное, что ли. Это самое ценное, что можно, в общем-то, что можно встретить в жизни, если этот человек еще в какой-то степени открыт тобою, в данном случае фотографом, да, то он еще становится для меня дороже. Вот. И так с каждым новым человеком, новым героем, такое было ощущение, что немножко становишься как бы богаче. Понимаете? Какое-то сокровище внутри живет, да, и оно как-то вот каждый раз, когда после встречи с интересным человеком, чувствуешь, что к этому сокровищу что-то еще добавилось, в общем-то. Так что, в принципе, я очень богатый человек.